Сука, догоняют! Давай, давай! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Кликоплей. Я Наташа. Сегодня мы с тобой продолжаем играть в состязание звезд скач. Продолжаем скакать, прыгать. Вам вроде бы, как я почитала комментарии, понравилась эта игра, поэтому еще одну серию и дадим. И уже потом определимся, будем ли мы играть в нее дальше. Все, опять-таки, как всегда, зависит от ваших просмотров. Затем, какие ролики выходят сегодня на канале, не забывай смотреть на вкладки сообщества этого канала. Там специально для тебя есть расписание. А еще мне будет очень приятно, если ты подпишешься на мой инстаграм, потому что я мечтаю там о миллионе хотя бы к Новому году. Был бы классный подарок. Спасибо. Мы с тобой сегодня еще разочек поиграем в эту игру, посмотрим окончательно, нравится она нам, не нравится. Пока что, по первым вашим отзывам, я поняла, что вам нравится. И светоскачок у нас, собственно, продолжает жить, но это пока что. У нас пока что с тобой сюжет. Мы проходим сюжетку. Нам нужно собрать, во-первых, усадьбы выплаты. Может, возможно, я сейчас смогу себе что-то купить. Доход. Ну-ка, покажи, что там у нас. 7 тысяч! Ни хера себе! Я всего лишь ночь не заходил, ты понял? Не заходила целую ночь, и за ночь у меня столько бабла привалило. Вот это эти новые племянники. Племенники. А я думала, племянники приехали. Типа, у коней есть племянники, у бабушки, дедушки. Давайте посмотрим. Денники. Денники — это где Дэн или что? Вывести лошадь. А, она типа построилась, я могу сделать лошадку. Так, у меня есть Роза. Роза, так, она второй. А есть еще какой-то крутой кобыл? Зомби Ливс, зомби живут. А ты зомби, что ли? Ой, вот это красивая. Давайте вот такую. Скрещивание 1 минута. Ну вы там креститесь, пожалуйста, там это... Папа там позовите, пусть крестится. Мы можем ускорить выжеребку. Нет, не хочу. У тебя подозрительное лицо, у тебя женщина. Там за мной не видно. Я знаешь, как могу сделать? Смотри, как сделаю. Смотри. Блин, а. Ну, типа вот так вот. Мы можем ускорить выжеребку, если хотите. Угу. Но это типа я ее озвучила, чтобы тебе было смешно. Наверное, это было смешно. Я, конечно, не уверена, но ее лицо выглядит так. Как будто ей воняет. Как будто кто-то не помыл стойло коня и завоняло. Так, стоп! Я не хочу делать выжеребрёвку вашу. Подождите, у меня сюжет. Так, дай мне вообще-то денежку, я заслужила. Лошади так быстро учатся ходить. У моего ребенка ушел на это год. Так правильно, они сразу вываливаются с лошади, сразу пошли. Блин, это не ваш без этот ребенок, который не умеет ничего. Я весьма довольна первым результатом. Мы уже выводим неплохих лошадей. Я вывожу, ты просто смотришь. Если мы собираемся выходить на международный уровень, нам нужны высококлассные лошади. А у меня и так самые классные лошади. Не надо тут вот этого. Вот, вот. Оставьте при себе, ты поняла? Так, улучшить денег до 2-го ранга. Сталь, а я могу улучшить? А куда делись мои деньги? Встречайте нового же ребенка. А ну-ка, покажи. Ой, какой маленький, какой хороший. Это мужик или баба? Кто ты? Кобылка. Опять славная кобылка. Вырастить кобыла. Давайте, я хочу, чтобы у меня была кобыла. Так, давайте его назовем Террор. Нихера себе Террор. Ну пусть оставляется Террор. Типа, чтобы все понимали, что типа не шути со мной. Не надо. Все, Террор, давай, вырасти. Ой, какой красивый, серенький, большой. Ты погляди какой, как даст тебе кобылам в глаз, без глаза останешься. Так что не шути с ним, не надо. Он Террор. Хорошо, давайте я тогда на ком-нибудь сейчас поскачу. У нас должны быть скачки, давай скакать. Так, вот эту штуку открываем. Нам нужно сначала выиграть здесь, а потом пойдем дальше. Так, участвуем. Здесь мы выиграли с тобой первое место, напоминаю тебе. Давайте, взнос 325, давай. Я, правда, не знаю, на ком мы поскачем. А это я. Подожди, это кто? Буллинг Банфайр. Террор. Давайте поскочим на Терроре. Мне кажется, она молодец. Я думаю, она затащит. Давайте, наша новая кобылка должна себя показать. Так, Террор предпочитает в группе позицию задняя линия. Да меня не волнует твое предпочтение. Задняя, спереди, посередине. Мы должны пробежать номер один. Это линия, в которой предпочитает скакать лошадь за бег. Меня не волнует. Давайте, поскакали. Не волнует. Ты должен скакать самым первым. Number one. Определяется бокс. Чей бокс? Он как будто куда-то там шрудит. Может быть, он что-то ищет? Может быть, он хочет найти верблюжью лепешку, чтобы топить свою печь? Алло, давай грузись, у меня скачки.
У меня там фанаты ждут на трибуне, слышь? Я Седьмой? Я седьмой номер? А, это ты типа определял, с какой штуки я побегу? Смотри, ребят, это все вы собрались, видали? Болейте за меня. Давайте, болейте. Кричите этот, террор, террор, террор. Так, у меня нет шансов, мне сказали только что. Слышь, ты хлебало свое закрой. Я тебе сейчас покажу. Давай, и побежал, террор. Давай. А, это ж кобылка. Давай, кобылка. О, я номер один. Давай, какая ты кобылка моя сладкая. Давай, моя девочка. Ой, какая ты умничка. Давай, скачи, я скачу вместе с тобой. Надо имитировать. Давай, имитируем. Это смешно. Но я имитирую. Это голуби, голуби на трассе. Ну-ка ушли срать, здесь не положено, не срать. Это чайки, это не голуби. Я скачу. Сука, догоняют. Давай, давай. Там вертолет. Не время. Фу, я уже устала скакать. Куда скакать? Там опять гульки на дороге. Гульки, давай. Сколько скакать? Мне жарко. Они отстали от меня. Правильно, нюхайте, как моя лошадь там срет вам навозом. Давай, лошадь. Давай, террор. Давай. Давайте, подписчики. Держи за меня кулачки. Ух ты. Давай. Я устала скакать. Жопу себе уже отбила. Давай, финиш. Давай. Нет. Террор. Давай. 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 Нет. Нет. Мы проиграли. Слушай, я прям... Ну-ка, а вот сама на скачках побывала. Ух, сердце так... Вот это я Хорошо скакали, я считаю, ребят. Но мы, видишь, бежали все время первыми, а? Надо себя прийти после такого писи. Ну, молодец. Кобылка, молодец. Ты видел, она круче своего бати, на котором мы скакали до этого. Блин, охеренная лошадь. Охеренная лошадь, я тебя не пущу на бастурму, не пущу. Хорошая, слушай, как это было четко. Давай, моя тёлочка, метёлочка, второй уровень, я ее сейчас как прокачаю, я ее сейчас... Так, соберите выплату, у меня опять бабло, дайте мне бабло. 700, ну как бы пойдет, знаешь, на какую-нибудь эту самую, там, эту, как, вот. Так, цели, какие у меня цели? По сюжету мне нужно улучшить деньги до второго раунда, давай. 600. Давай улучшим за 640. У меня, в принципе, деньги есть. А выполнять нужно, чтобы двигаться с тобой? Потому что, блин, как я устала. Не представляешь. Я как будто скакала сама вместе с этой лошадью. Фу. Это классная физкультура. Сидя, не сходя с места, вот это вот скакать. Фу, мы скакали. Мы с тобой, я вообще не знаю, как я там скакала на видео. Мне кажется, это было очень смешно. Ну ладно, мы с тобой просто переживаем все вместе. Так, цели. Сюжет. Все, я улучшила денег, теперь у меня, наверное, будут более крутые лошади или что. Как я рада снова работать с лошадьми. Правда, я уже давно не ездила верхом сама. Так поезди. Несколько лет назад я упала с лошади, едва не сломала спину, но уйти из этой серии я так и не смогла. Группироваться надо, когда падаешь. Группироваться. А ты что, как падала, плашмя, что ли? Ну, ты интересные люди. Надо группироваться. Тогда меньше шанс, что ты что-то себе сломаешь. И вообще нужно держаться за коня. Чувствовать коня жопой, ногами, ляжками, внутренней стороной ляжки. Ляжки, да? Вот эти вот ляжки, которые хлюпают сейчас. Я не знаю, слышишь ты или нет, как они хлюпают. Я заработала... Ого! Нихера себе, здравствуйте. Так, займите первое место в забеге трех дуба. Забег номер два. Ага. Так, тренируйте лошадь, чтобы улучшить скорость. Ага. Зарабатывайте 2000 в забегах, ага. Улучшите денник. У нихера вы мне... Ладно, ой, подожди, отменить. А, подожди, так давай. Я буду тренировать террор, конечно. А, у меня нету зерна. А как у меня... Давайте тогда пойдем на скачки. Давайте пойдем на скачки, но больше я так скакать не хочу. Так, выбор Тиджея. Да, мы сюда идем, конечно. Мы, нам пока нужно здесь с тобой тренироваться. Нет, 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 нет. Наша лошадь слишком опытна для этого забега.
А, вот это слишком опытная? А, ну она типа прокачана. Подожди, стоп-стоп. А, ну все, кобылку беру. Все, я беру террора. Террор в смысле? Я выбираю террор. Если вы чувствуете себя достаточно уверенно, вы можете поставить на свою лошадь, следить... Не-не-не-не-не-не. А, топ-3. А мы тогда перебежали в топ-5. Может быть, топ-3? Давай топ-3 попробуем. Давай попробуем сделать ставку. Если что, 100 баксов просрем, но в топ-3 попытаемся с тобой попасть. Давайте, определите мою коробку. Так, опять цифры 7? Мне кажется, это несчастливое какое-то число. Мне нравится, мне доставляет. Так, опять подписчики собрались. Нужно не ударить в грязь лицом. У меня аж мурашки. Вы прям реально на меня смотрите, я волнуюсь. Фу, ребята, давайте, делайте ставки на меня. Надеюсь, вы сделали на меня ставки, что я проиграю и выиграете больше. Большие коэффициенты. Коэффициенты. Я не знаю, кто такие коэффициенты. Давай. И хлебась! Давай, 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 давай. Вот так. Хорошая лошадка. Молодец. Я первая. Я первая. Я буду вот так трястись. Не-не-не-не-не, бачко пошел, слышь? Не-не-не, пинай его, бордай его. Давай, давай, идеально. Что значит идеально? Идеально, может быть, надо быстрее. Так, я тебя не пущу. Не-не-не-не, братан, иди в очко. Не-не-не, я буду спринтовать. Да ты что? Да куда ты меня обгоняешь? Давай, скачи. Давай, блин, ты погляди, какой 6-й номер, наглый. Какая предпочитаемая позиция? Я дам тебе предпочитаемую позицию. Нет у тебя предпочитаемой позиции, скачи. Давай. Финишная прямая, давай, я должна в тройке прийти. Куда ты, ну? Ой, все. Да, а я тебе сказала, что этот 7-й ваш вот этот вот, это проклятое число. Оно реально проклято, потому что теперь мы пришли вообще 8-й. Вообще 8-й, ты понял? Охренели вообще в край. Это край, милый, это край. Я такого не хотела. Я считаю, что я такого отношения не заслужила. Я могу ее сфоткать? Давай сфоткаю свою кобылку. Так, выбрать тип фотографии. Одна лошадь табун. Одну. Я буду террор фоткать. Так, настройте схему оформления. Так, обзор. Не, владелец. Так, светоскачок. Показатели. Так, выигрыш. Внешний вид. Поза лошади. Спокойствие. Шаг. Беспокойство. Благородство. Бьет копытом. Бьет копытом 2. Галоп. Задумчивость. Игривость. Любопытство. Любопытство 2. Надо... О, вот это красиво. Трек. А, это типа ипподром. Конюшня. О, на лугу красиво. Мне нравится. Очень красивая. Очень красивая фотография. Расходимся, пацаны и девчоночки. Пофоткали лошадь и хватит на сегодня. Так, новые племянники. Племянники новые опять у нас. Давайте посмотрим. Вывести лошадь. Давайте, выведем лошадь. Нужна какая-нибудь супер крутая. Террор. Террор. Роза. Давайте с террора. Так, а ты женщина, да? А ты? Так. Давайте посмотрим. Нам нужен какой-нибудь супер крутой конь. Прям супер крутой. Ну, мне не нравится. Типа, у нас опять сейчас получится какой-нибудь, типа, обычный конь. И зачем нам обычный конь? Не, не надо нам обычных коней. Давайте без обычных коней. Основание. Улучшите доход до усадьбы до 3-го ранга. Давай. Давай увеличим доход усадьбы. Во-первых, забрать. Во-вторых, улучшить. Сколько? 960, ну, в принципе, у меня такая сумма есть, это посильно, если на скачках заработала, наскакала, понимаешь, скачала, скакала только в путь. Так, я это заработала, теперь я могу, что там еще он хочет? Улучшить склад в усадьбе, а, там еще склад есть, давай склад, улучшить склад, давай. Все, я выполнила еще одно задание дядьки, который нас вообще пригласил на вот эту халупу. На который я теперь скачу здесь, как не в себя. Забираем его награду. Городские уже заинтересовались. Надеюсь, только они будут не будут очень шуметь. Да не сцей ты, все будет тепе-топе.
Так, тренерское обучение. Тренируйте лошадь, заработайте 2000. Подавая надежды, займите первое место в трех бегах. А давайте... Не, ну блин, нас на это, наверное, скачку не пустят на нашем коне. Нас пустят только на вот этом, на терроре. А, смотри, нас на терроре тоже хотят пустить. И на розе. Так давайте на терроре, мы будем ее качать, и нам не нравится. Давайте поставим топ-топ-топ-топ-топ-топ-3. Ставку соточку пока что. Пока мы с тобой аккуратно играем, не шалим. Если нам сейчас дадут цифру 7, это значит, что все. Цифра 2. Ну, как бы... Уже что-то новое. Блин, надо перестать так делать. Ну, мне нравится. Я представляю, что я играю на дудочке. Можно вот так делать. Блин, у них такие лошади красивые. И мой такой тоже такой серенький. А мой единственный, между прочим, серенький. Давай, коняшка, мы с тобой справимся, террор. Давай, и вот, вот так вот, вот так вот. Покажи им, что такое Кузькина мать. Я не понимаю, как на вот этой фигне скакать. Она типа такая идеально слишком быстро. Идеально, вот я не понимаю, что это. А, наверное, когда она до конца доходит, типа. Я не понимаю просто, как. Не понимаю. Давай, мы должны выиграть с тобой. Мой маленький конь. Они близко со мной. Не смотри, они там скачут за мной. Они сейчас опять ускорятся на мне, и все. Давай. Давай. Они меня сейчас обгонят. Давай. 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 Давай, 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 кони, кони, наскочи, давай, я тебя на колбасу пущу, нет, 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 не дам, не дам, не дам, не дам! Какая, о, фотофиниш, бляха! О, я первая! Выкуси тебя, сука, на дядя! Ебать, просто посмотри, какой... Бляха, ты какая у меня зайка, молодец! Заимела их всех, умничка! Просто погляди, погляди, как красиво! Какая грация! Все табуном прям перлись, ты видел, прям толпой перлись, хотели меня сбить! Надо было ставить ставку на номер один, ну как бы я ж боюсь. Но я выиграла, посмотри. Посмотри, я королева лошадей. Света скачок. Ой, как красиво пересек. Ой-ой-ой-ой. Ты ж моя умничка. Муа, молодец, да. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Ой, у меня ж мурашки, вы меня так поздравляете. Спасибо. Первое место. Террор, умничка. Вообще, горжусь тобой. Классный конь. Я думала, сейчас реально просрём все просто. Но нет, видишь, как фартануло. Она сама не ожидала такой дерзости, на самом деле, моя коняшка. Соберите выплаты. Сейчас соберу как свои выплаты, как соберу, так и не дам. Фу, напряженные ваши, конечно, вот эти вот скачки всякие. Давайте посмотрим, могу ли я ее тренировать. Скорость. Да блин, а где мне ваше сено взять, санное? На рынке, что ли? И сколько стоит? Так, это кобылы. Зачем мне кобылы? А, нету, прикинь, я не могу тренировать своего коня. Соляешь? Так, розу я просто продам потом на колбасу. Типа, она мне не нужна, она будет бастурмой. А, вот! Что я могу сделать еще по целям? Так, займите первое место в забеге. Так, осталось... Вот, мы можем сейчас у этого пацана заиметь сталь. Нам нужно всего лишь еще разочек поучаствовать в скачках. Давайте возьмем вот в этой штуке, вот тут вот попробуем сейчас с тобой еще раз что-нибудь выиграть. Может быть, получится. Штраф. Наша лошадь слишком опытна для этого забега. Ее характеристик. Так я и не беру. Ты че? Я и не хотела ее брать. Я хотела взять наш террор. Наш террор, он молодец. Шансы. А у них еще шансы есть? А у этой шансов больше? Слушай, а давай на ней попробуем проскакать, у нее реально шансы больше. Не, я не буду делать ставку, без ставки. Слушай, это реально как-то влияет на шанс? Пятый номер. О, даже номер дали другой, ты понял? Мне нравится, мне нравится, я скачу. Сейчас буду скакать вместе со своей лошадью. Жалко, что трассы пока что одинаковые. Но может потом будут другие. Не, ну хотя видишь, на этой трассе голуби появились. Голубочайки. Голубые чайки. Я не знаю, есть ли такой вообще этот. Давай, лошадь.
Поскакала моя деточка, давай. И... Так. Ой, по-моему, я переборщила. Ну, перенервничала. Я просто пытаюсь... Так, ну-ка, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, скачи. Фига, здесь 1000 метров бежать. Я вторая. Я вторая. Ну, вторая тоже хорошо. Смотри, я первая. Ты понял? Нюхайте мою копоть, пацаны. Там меня телевидение снимало, ты видел? Напишут в газетах, что Тилька выиграла лошадиные скачки на новой кобылке. А смотри, у нее как красиво... А, я вот так могу делать? А, нет, у нее хвостик красиво вот так вот делает, а? Какая у меня классная лошадь, ты понял? Вообще просто... Муа, персичек мой маленький. Такая красивая у нее попочка обтекаемая, такая прям булочка. Бабочка, смотри, пролетела! Сейчас бы... А если бы я наступила на эту бабочку? Вот глупая бабочка. Так, меня догоняют. Меня догоняют. Идеально, я не понимаю, как вы тут делать ваши спринты. Ну-ка не обгонять меня, слышь, дыши моей попой. Слышь, я тебе не дам меня обогнать. Я буду тебе переэтывать. Я тебе буду не давать, я тебе не дам. Я тебе... Не-не-не-не-не, прими, а то он нас сейчас обгонит. Обгонит, давай. Да ёб твою, он тебя обогнал, потому что ты не покакал. Надо было какать, сбрось свои личинышки. О, вот это успех. Посмотри, 7-е место. Серьезно, 7-е место. Как это работает, я не понимаю. Лошадь соснула. Она реально соснула. Все потому, что у нее морда белая. Она ее окунула, куда не надо было окунать. О, мне дали пшено. Мне дали пшено. Это хорошо, что мне дали пшено. Нет, я ее продам на колбасу, она мне не нравится. Она не нравится, она очень себя плохо проявила. Очень плохо. Так, заберите награду, забираю твою сталь. О, да, то, что доктор прописал. Зачитай рэпчик. Все. Надо заняться тренированием моей конины. Моей вот этой вот чудесной конины. Давайте ему затренируем скорость. Все. Затренируем ему еще скорость. Хорошо. Так, больше у меня нету. Но мы зато он стал быстрее. Он стал быстрее. Это хорошо. Конь молодец. Очень хороший конь. Так, новинка какая-то на рынке. Рынок. О, нам вот эта штука нужна. Давайте ее купим. Штуки нет в наличии. 3 штуки только можно купить? Серьезно? То есть я могу прокачать свою лошадку только на штучки 3? Ладно, хорошо. Я тебя сейчас прокачаю. Давайте, значит, спринт. Спринт. Разгон. И еще разгон. И нужен какой-то вот такой вот странный, непонятный. Может быть, на рынке продают? Нет, не продают. Но мы прокачали нашу искорку. Заберем у Тиджея камень. Возможно, он нужен нам для постройки. Новичка все схватывает на лету. А, новички. Я уже давно никого не обучал. Мне нравится. Ну да, потому что я свет-скачок. Хорошо, займите 1-е место в забеге 3 дубах. Что за 3 дуба? Что это такое? 3 дуба это ты, что ли? Это вот это, наверное, 3 дуба. Давай попробуем. На терроре поедем. Террор вообще красава. Не буду делать ставку. Итак, вы лучшие написано. Серьезно? Может тогда поставить? Нет, не хочу. А если я проиграю? Главное, что не 7 и не 2. Это были плохие номера. Несчастливые. 2, да ёб твою, а. Несчастливые для меня номера. Все из-за того, что чайки на дороге насрали, я просто говно к ногам прилипала, и было плохо бежаться. Ох, слушай, смотри, прям так это. Пресса стала еще больше, и фанатов больше. Просто все уже прочувствовали, что здесь свет и скачок, что здесь я. Что здесь нужно за мной смотреть, что нужно наблюдать. Давай, сейчас заскочу, как заскочу, покажу тебе кузькину мать и шлепок майонезный. Давай, хорош. Так, number 2. Слушай, вот этот пацан мне не нравится в кепке шахматной. Он что-то такой хитрожопый какой-то. У него что-то вот он... Что-то он такой припрятал мне. Но, в принципе, мы пока что первые. Давайте вот так вот держаться, пока нас никто не обгоняет, и ладно. Вообще, наверное, лучше бы как-нибудь от них отставать. Но я не знаю, как это сделать. Так, голуби. Ну-ка, свалили оттуда, голуби. Бегом. Хороший конь, мне нравится. Мы его прям прокачали. Просто посмотри, как он мчит. Просто посмотри, как он мчит. Реально, этот конь, это успех, а не конь. Это самый лучший конь. А, может, надо стрелочку, типа, ловить на том моменте, где я, типа, ее это хватало? Как я ее нажала? То есть мне нужно примерно на середине нажать, когда будет стрелочка, да? Ну-ка, сейчас попробую. А, нет. Не знаю, как это работает. Так,
Давай попробуем. Еще раз. Еще раз. Так, они нюхают мою пыль. Это хорошо, что они нюхают мою пыль. Мы едем. Давай, кобылка. Давай. Мы с тобой будем номер один. Надо было делать ставку, ребята. Это было серьезное упущение. Давай, финиш. Я молодец. А, это три дуба, кстати. Ребята, мы номер один. Поздравьте нас и нашу кобылку. Террор вообще красавелла. Классная лошадка. Вот это лошадь, вот это я понимаю. Классно. Мне супер нравится. Молодец, хороший конь. Даже дали всякие пшенички, сбруи и кормы. Охеренно круто. Молодец, классный конь. Вообще. До 5 уровня. Ты что, гонишь? Куда? Так, соберите выплаты. Давайте соберем выплаты. Мы же любим бабки. 800, так мало, ну пойдет, типа как бы завтра зайдем, там будет дохера денег. Так, смотри, значит, мы сейчас получим награду от деда, ну вот этого деда, изумительный результат, как приятно снова заняться скачками. Действительно, я же все делаю, не ты. Все делаю я же я на своем вот этом хребте. Займите первое место в забеге забег 1, хорошо. Так, улучшить, давайте попробуем улучшить постройку для тренировки. А что нужно для этого? Поднимите скорость разгона. Так, а как улучшать? Подождите. А, вот эту штуку. Давай улучшим. Так, улучшила до 3 ранга. Так, ты теперь счастлив? Соберите выплаты. Еще, что ли, выплаты? Я ж только чуть-чуть что-то сделал. Уже деньги, типа, прикинь. Прикинь, я просто нихера не делал. Такие раз деньги с нихера ли прилетели. Офигенно круто. Так, улучшите постройка тренировки энергии для спин. Короче, мне нужно все поулучшать. Я понял. Нужно, короче, смотри, вот так вот я тыкаю. Улучшила. Я понял, как это работает. Все, ты понял? Мы с тобой улучшаем нашу ферму. И мы можем теперь, по идее, нашу коняшку, вот эту вот прекрасную, прокачивать еще больше. Смотри, реально. 5-й уровень. 3-й уровень. 5-й уровень. У нас вот эта вот классная кобылка прокачана максимально сейчас. 58, 61, 57. Вот ее сейчас нужно с кем-то скрестить. И тогда у нас будет охеренно крутой результат. Может быть, ее знаешь? А, ну ты же девочка. И ты девочка. Значит, не очень странно. Ну, как бы странно вас скрещивать друг с другом, наверное. Да. Типа, не получится же девочка на девочку. Это ничего не даст. Хорошо. Смотрю я на эти новые тренировочные боксы и прямо вижу момент, когда я загорелся бегами. Это, конечно, мою тете надо было поблагодарить. Много лет назад она всем этим плотно занималась. Совет она дает просто зашибись. Твоей тети здесь нет, все делаю я, опять-таки. Так, улучшить денег, но у меня больше денег нету. Как бы извините, но у меня нет денег. Мне нужно чем-то заняться. Давайте займемся с тобой еще одной какой-нибудь скачкой. Войдите в топ-2 забега еще один раз. Давай. Моя лошадь сейчас выиграет просто вот так вот. Я смотри, я даже... Что-что, подожди, что? Наша лошадь слишком опытна для этого забега? Ты не охерел? Ты чё? Штраф. Что такое штраф? Да ну и хрен с тобой, зато я выиграю. Не буду делать ставку, зато я выиграю. Да, зато я выиграю. 6-й номер. И зато я выиграю, я опытная лошадь, могу себе позволить, я славная кобылка. Нравится мне, вот прям вот этот вот момент, прям... Ух. Вот мне вот этот черный не нравится, он какой-то прям такой вот, он что-то знает, чего не знаю я. Мне кажется, он меня сейчас будет доминировать. Нет, не будет. Они будут смотреть на мой пердак. Давай, скачем. Наверное, так скачут. Меня стол скрипит. Прикинь, к концу этого видео у меня развалится стол. Смотри, чайки опять на дороге эти сраные. Срут мне прям на дорогу. Я считаю, это неправильно. Телевидение там, видели, меня снимали? Надо было сфоткаться.
У меня, по-моему, дырка на жопе дополнительно есть. Так, мне там дышат в пятку. Я как раз говорил, что тот пацан и дышит. Ладно, нормально, мы с тобой хорошо идем. Наш номер 6 вообще крутой. Смотри, у меня сердечко на груди, как будто, ну, на спине, как будто такое колотится прям. Ха-ха-ха, дышите, моя пыль в обнюке. Ха-ха-ха, дышите, дышите, нравится, нравится. Там пытается он меня догнать. Не получится, моя лошадь слишком опытна. Моя опытная лошадь тебе нихера ничего не даст. Но, блин, они меня могут сейчас обогнать. Надо чуть приветовать себе. Так, у нас финиш, у нас финиш. Давай, поехали, давай. Слишком быстро сказали, пофигу. Давай, они нас догонят, давай. О, смотри, какой отрыв. Ой, они догоняют. Они догоняют! Они догоняют! Давай, давай, лошадка! Качи, 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 качи! Выиграли! Ха-ха-ха! А потому что я светоскачок. Молодец. Хорошо наскакала. Напрыгала. Бля, как же смешно было. До 6 уровня? Да ты ладно тебе, до 6 уровня? Куда я потом эту конину дену? Она же будет супер крутой, и никто не захочет с ней соревноваться. Скажут, не, страшно вырубай. Страшно вырубай. Я становлюсь мастером-экспертом в лошаденном, но ты просто видел, как я доминировала, властвовала и унижала. Они были просто пылью из-под моих копыт. Ага. Надеюсь, что ты мной гордишься. Если это так, поддержи меня лайком, подписывайся на канал, ну и, собственно, пиши. Какая лошадь твой фаворит? Увидимся уже очень скоро.